Всем привет! Всем привет! Наши дорогие подписчики нашего канала, два исследователя. Вот, сегодня мы хотели бы вам рассказать, как мы хотим масштабировать свой формикарий. Вот, мы вам уже показывали, у нас есть вот такой вот формикарий с муравьями. Вот, он не очень большой, у него там есть своя арена, но им, конечно, местечко уже мало. Мы вот с Алешей сделали такой экспериментальный еще один бокс для них, тоже вроде арены. Но у них там есть и домики. Вот. И решили мы, значит, сделать такое что-то, нечто вот вертикальное. Оказалось, что у нас вот есть в запасе такая коробка замечательная от конфеток. Да, это не реклама, но просто она подходит. У нее эта часть, она преломляется, и вот это будет задняя часть. А вот передняя часть у нее совершенно плоская и замечательно, вот как вы видите, просвечивает. Муравьев будет хорошо видно. Значит, что мы решили сделать? Мы решили не мучиться с гипсом. Вот таким образом мы вылепили камеры вот из пластилина. Вот с этой стороны можно вот посмотреть, как это будет выглядеть у нас. Вот. Вот так вот. И, значит, начали мы вот заливать уже из жидкого пистолета клеем. Не знаю, как муравьи будут на это реагировать, но попробуем. В принципе, это все недорого и достаточно быстро. Сейчас вот пистолет разогревается, когда сильно, там она из него прям течет, и вот все пространство очень хорошо заливает. Так что сейчас вот мы делаем и покажем вам, когда все получится. Вот наверху хотим вот в этой части наверху сделать разделитель и сделать наверху им арену, чтобы можно туда им было бросать какую-то еду. Вот используем мы при строительстве вот такой вот термопистолет. И вот такие вот картриджи. У нас есть два пистолета. Большой и маленький. Ну, маленький маломощный, 20 ватт, он для этих вещей не годится. Значит, большой у нас, вот я посмотрел, что на этикетку 40 ватт. Так. Ну, продолжим. Да, процесс оказался долгий и трудоемкий. Очень мало удается залить быстро. Я вот уже прошло, на самом деле, минут 5. Даже, да, минут 5 уже прошло. Вот я залил только вот эту вот сторону. Что получается? Ну, получается вот что. Вот такого вот вида камеры получится. Посмотрим, выйдет у нас, конечно, что-то из этого или нет. Так, продолжаем заливку. В общем, замучился я этим пистолетом все делать, решил взять чашку на огне, все это нагреть и вот расплавить это все в форму. Первый раз получилось, но воняет ужасно, приходится вот с включенной вытяжкой все это делать. Посмотрим, что дальше получится. Не знаю, не сдохнут ли муравьи от такого запаха. Так, продолжение следует. Вот. Дело пошло бодрее, уже много чего удалось залить, пока по плану все идет. Вот у нас тут еще самое, вот еще расплавляется, вот какая она, видите, какая? Вот что будет, если расплавить в стакане жидкости с термопистолетом, но она очень горячая, если прольется и к рукам прилипнет, то, наверное, будут сильные ожоги. Чайник что-то подкоптился после опытов моих. Так, сейчас будем еще заливать. У нас получилось вот формочка заливать полностью, сейчас остужается. Пришлось, конечно, выкинуть чашку. Но ничего. Посмотрим, получится ли у нас разъединить вот то, что мы наплавили, с вот этой вот пластиковой конструкцией. Получилось с Алексеем? На что это похоже, сынок? Это похоже на конфеты с гусенкой. Точно, точно. Он как нарядненько получилось. Ну, конечно, этой всей красоты не будет. Но не знаю, я вообще вот вижу, что ходы действительно там остались, и достаточно однородная масса получилась. У нас единственная сейчас задача — это все вот это от стекла отломить, и чтобы стекло у нас еще не сломалось. Так, ну вот сейчас мы будем пытаться это сделать. Жом.
Да, надо, так, конечно, красиво выглядит. Придется, да, искать такую же вот штуковину в магазине. Еще одно, все ломается. Действительно, нужно было масло или скотч какой-то, кстати, приклеивать. В общем, докладываем. К сожалению, эксперимент не получился, потому что оторвать вот этот вот клей от пластика вообще возможным не представляется никак. Вот, так что не совершайте наших ошибок. Мы будем искать новые пути для создания формикария. Если вы хотите так же сделать, помажете маслом. Да, надо чем-то промазать, какую-то делать прослойку между вот этой частью пластика и самим вот этим вот клеем. Наверное, лучше было бы, конечно, сделать из гипса. Но ничего страшного. Любой опыт – это опыт. Спасибо, что вы смотрите наш канал. Подписывайтесь, ставьте лайк. Вот, и обязательно нам напишите свои варианты изготовления формикариев в комментариях. И также пишите нам ваше предложение, из чего еще можно сделать вот формикарий. Всем пока!